Ректор зовет меня Крандви. Сообщи ей добрые вести. Мышкой закусила. Эй, ты это видишь? Да, странно. Какая-то аномалия. Все прочее в симуляции застыло. Вижу рядом свободный пакет данных. Попробую выудить. Давай, но осторожней. Мы не знаем, что это. Ha ha.
Проснись, любимый. За дверью воины. Им нужен ты. Мы оба. Так тому и быть. Я их не боюсь. Выплесну свой гнев им в лицо. Они не станут тебя слушать. Я обращусь к совету. И расскажу, что сделал ярость бури. Они уже здесь. Сейчас не время. Бекка, приближаюсь к пакету данных. Вижу. Зашифровано, но ничего сложного. Есть. Thank you.
защищенный. А, я рад, что ты добрался, Кёлберт. Спасибо Сигурду. Он хороший проводник и собеседник. Рассказал мне пару историй. Лучшие были о тебе. Неловких подробностей в них не было? Нет, но были камни. Эйвор, не хочу перебивать, но что с Ледочестером? Союз заключен. Сыновья Рагнара теперь наши друзья. Рада слышать. Вы оба молодцы. Эйвор, слушай, кое-кто решил обосноваться рядом. Кажется, торговец. Попробуй узнать, что ему нужно. Кажется, он представляет какую-то гильдию. Детский глаз, безглазых детей. Безглазых детей? Нет, что-то спутало. Спроси у него. Так давно в Англии, да? Судя по карте, даже Мерсию толком не увидели. Не спеши, юный лорд. Уэссекс не тронут, Нортумбрия тоже. Столько открытий впереди. Да, их время еще придет. Здравствуй. Доброго дня. Это не важно. Говорить вам надо со мной. Рандви сказала, что вы торговцы. А, здравствуй. Ты глава этого чудного поселения. Мы здесь от имени тысячи глаз, торговцев необычными товарами и сокровищами со всех концов света. У нас есть все, что вам нужно. А то, чего нет, вам ни к чему. Ручаюсь в том. Ясно. А это дитя ваше? Дитя? Дитя? Узри! Перед тобой стоит сам мастер тысячи глаз. Глава нашей гильдии. Легенда. И герой нашего народа. Богатейший купец к западу от Инда. Сам Реда. Он... А тебе? Верно, брат Волка. Рад, наконец, встретиться с тобой. Как ты узнал обо мне? У тысячи глаз, тысяча ушей. А слухи расходятся быстро. И чем же мы с тобой можем помочь друг другу? Все просто. За плату я свяжу тебя с купцами, которые торгуют везде, от песков Египта до болот Англии. Что за плата? Зависит от предмета, но есть одна тонкость. Эти купцы принимают только опалы. Интересно. И цвет очень странный. Можно подержать? Не только. Этот опал твой, Эйвор. Дар от Реды за безграничное гостеприимство. Подходи же, посмотри на мои товары.
Ничего не берешь? Ладно. Товары меняются каждый день. Рано или поздно что-нибудь присмотришь. Раз мы с тобой теперь друзья, тысяча глаз тоже твои друзья. И что это значит? Взгляни на мои одежды и платок. В странствиях тебе не раз повстречаются люди, одетые точно так же. Это мои подручные, мои глаза. У них будут для тебя заказы. Выполнишь, получишь достойную награду. Возможно, я даже сочту нужным вознаградить тебя сам. Интересное предложение. Вот и славно. А теперь извини, моему ученику нужно ставить шатер. Значит, ты задержишься здесь надолго? О, да, и не благодари. Мы сочтем за честь возможность поселиться здесь. Удачи! Так что ты тут делаешь? Я могу украсить или улучшить для тебя любые оружие и доспехи. Дай взгляну на товары. Если хочешь, могу отдать тебе. Служит хорошую службу. А ты в этом разбираешься. Неплохо, верно? А ты грозно выглядишь. Мне уже пора. До встречи. Да славятся твои подвиги и мое мастерство! Такой дом мне как раз подойдет, Эйвор. Спасибо. Если плоды твоего труда нам пригодятся, сможешь владеть им, пока живешь среди нас. Еще как пригодятся. У нас с тобой общие враги. И они крепко вцепились в Англию. Если нам удастся искоренить эту заразу, искать союзников будет куда проще. В Лундоне Орден чувствует себя очень привольно. Уничтожишь его, горожане будут у тебя в долгу. Обсужу это с Рандви. Узнаю ее мнение. Славно. Но погоди пока уходить. Я приготовил тебе дар. Какой? Здесь показать не удастся. Пройдемся? Пожалуй, веди. Тебе явно тяжело дышать, Хайсон. Рана все еще беспокоит. Боюсь, что да. Боль...
больно в груди, а как мне эту боль утолить, ума не приложу. Не бойся. Главное, чтобы разум был остро, а тело заживет. Верно. Но я не хочу расстраивать наставника. Ты готов рискнуть жизнью, чтобы угодить Басиму? Этого мне не понять. Я и не ожидал. Еще при первой встрече я увидел в твоем взгляде тень подозрения. Какую-то настороженность. Хочешь что-то спросить? Нет. Я просто вспоминаю. Тебе не больно править лодкой? Нет, не бойся. Меня утомляет лишь длительное напряжение. Я чересчур быстро устаю. И какой же дар ты приготовил? Не я дам его тебе. Ты сам себе его вручишь. Вновь загадки. Вот счастье. Скажу немного иначе. Мой дар нельзя получить или отдать. Это образ жизни. Яснее не стало. Проще будет показать, чем объяснить словами. Что ж, подожду. Прости за шутку. Мой дар тебе – прыжок веры. Одно из самых важных таинств нашего братства. Это не оружие, что мы обращаем против врагов, а способ укрепить нашу решимость. Как и ваши молитвы, он помогает собраться с силами, успокоиться, изгнать из сердца страх. Наконец, это способ быстро перемещаться и скрываться. Ты сказал прыжок. Не слишком ли высоко мы лезем? Опять я вижу в тебе тень сомнения. Почти пришли. Ну вот мы и добрались. Сбросишь меня с обрыва, да? Если надо подвинуться, чтобы проще было столкнуть, ты скажи. Так не выйдет сюрприза. Чтобы совершить прыжок веры, нужно положиться на высшую силу. На богов? На себя самого. Поверь, что смерть придет лишь в тот миг, когда ты будешь к ней готов. Прими это и забудешь страх. Наши смерти уже предсказаны, вплетены в ткань самого мира. Нам ни к чему бояться гибели. Славно. Значит, ты уже готов к моему уроку. Я прыгну первым, когда скажу «следуй за мной». Уверуй, почувствуй свою силу и лети. Мне нужно прыгнуть? Отсюда? Да. Сперва дождусь, пока крылья отрастут. Спасибо за урок, но... Стой! И смотри! Хайсом! Хайсом! Совсем свихнулся? Ты же ранен. Видишь? Моя вера пересилила страх. А глина смягчила падение. Эй, вор! От тебя я такого не ожидал! Не поддавайся страху! Победи его! Да! Отличный прыжок! Понравилось? Ты был прав. Смесь безумия и силы поборола страх. Дар, что я вручу себе сам. Теперь ясно. Спасибо за урок. Не за что. Тебе спасибо, что доверился. Ты назвал прыжок веры важным таинством. Скажи, все незримые его практикуют? Насколько мне известно, это обряд посвящения, который ввели незадолго до рождения Иисуса. Хочешь посвятить меня в незримое? Попытался бы, если бы думал, что ты за... Но цели у меня в Англии другие.
Мы с Басимом ищем крупную дичь. Орден древних. Да. Помнишь медальон, который ты нашел на теле Кьотви? Это их символ. Они чума, что мы надеемся исцелить. Мы с ними схожи в том, что действуем тайно. Но их цель не освободить мир от оков, а править им. Орден в этом далеко не одинок. Мы с Сигурдом хотим того же. Заполучить собственные земли и все, что к ним прилагается. Не сравнивай себя с ними. Члены Ордена не знают ни чести, ни морали, ни сострадания. Но они заняли не один трон в Англии. Если ты хочешь усмирить этот край и обезопасить свой клан... То в моих интересах помочь тебе. Я все понимаю. Тебе нужны союзники. А нам победа над этой заразой. Цели у нас разные, но мы можем помочь друг другу. Кажется, что этими землями правят простоватые ярлы и тены. Но за ними стоит нечто большее. Всем здесь незримо управляет Орден. Ничто не происходит без его ведома. Эта отрава уже все тут пропитал. Орден подчинил себе всех. От беднейших рыбаков до богатейших торговцев. От тенов до королей. Басим дал мне одно задание. Найти и устранить членов Ордена Древних в Англии, в каких бы темных норах они ни прятались. Если объединим усилия, это пойдет на пользу нам обоим. Твое влияние в Англии вырастет. А ты наберешь еще медальонов? Именно так. Начать стоит с Люндона. Мне доложили, что Орден как раз пытается захватить его. Я обсужу все это с Рандви. В Люндоне смотри в оба. Вдруг увидишь где-то наш символ. Когда-то у незримых были конторы по всей Англии. Вроде их было 6. Внутри могут найтись документы, отмеченные тем же знаком. Они бы мне очень пригодились. Конечно. Спасибо, Хайсум, за все.